Приветствую всех. С вами Незерамус. Мы продолжаем с неожиданного места продолжать Resident Evil Zero. А именно у нас снова битва с тираном. Все по тем же причинам, что уже были ранее. Сейчас я ленточку сброшу. Попробуем забить тирана. Что очень обидно. На смарку пошла моя очень удачная попытка. Ну, мой удачный заход, когда я от лизунов очень хорошо убежал. Это было грустно, что в итоге я остался без этой. Без этого результата. Как этот. Эти заставки мы пропускаем. Надо, блин, по несколько раз за серию перезапускать этот чертов эмулятор. В смысле, блин, ты не можешь использовать этот чертов ключ? Используй этот чертов ключ. Давай, сюда. В смысле ты, блин, идиотина тупая меня зажал? Надо меня зажимать, блин. Окей, сейчас получилось справиться с ним получше. Так что, в принципе, ничего страшного, если меня сейчас охотник потрогает. Нет, нет, так. А, стоп, нет. От двух охотников я же уклонился. Я сохранился, и вот как раз вот этот сейф, это же я ушел от двух охотников. Так что нет, в этом плане все нормально. Следующие охотники, которые у меня были, они были уже такие. То есть их я уже встречал вдвоем. И это уже, скорее всего, не вошло в запись, поэтому... То есть я прошлую серию, вот, относительно событий этого, закончил, когда я пришел на дамбу, активировал свет, вроде бы, и закончил серию. Потом я там больше, мне кажется, больше половины этой дамбы прошел. И после этого я уже закончил серию, успел попрощаться, и прямо в этот момент этот чертов эмулятор тупо вылетел.
Естественно, все своего нахрен пошли. Бесит. Так, убери, пожалуйста, эту штуку. В смысле? Подлечусь от ранения после тирана. А то, что пароходников я говорил, я думал, что мне сейчас придется заново за ключом идти вот в тот подвал, где в оригинале В общем, во втором резиденте, в таком же помещении, не в этом, а именно в таком же, тиран приходил. Когда я там от двух охотников ушел. А я-то от них уже ушел. Так что как-то так. Я тут был ролик, если что, поэтому такая пауза долгая была. Ну, этот ролик мы видели в прошлый раз, поэтому... Его я пропускаю. Это тоже мы видели. У меня места нет. Так, давайте сразу питание подадим. Ну и соберем, что надо. Лента так блестит, как будто она уже доступна. Вот это вроде бы. Сейчас, погодите. Да где? На всякий случай, я не хочу много времени тратить. Не так. Слишком агрессивно прокликал. Так, первое у нас вот здесь. Так, вот здесь очень хорошо все видно. В смысле, блин? Ты нахрен угораешь надо мной? Почему я тут не могу тупо взять и выкинуть кучу ненужных предметов? Игра-то бешеная, ты чё? Ой, издевательство. Ну-ка, пистолет. Иди сюда. Так, я сейчас схожу вниз. Вот в этот низ. Перебьют всех.
Ой-ой-ой. Все, да? Окей. Тут у нас бухло. Точнее, емкость для бухла. Так я тут сейчас тогда пистолет и патроны к нему оставлю. Бухло я беру, потому что у меня там стоит канистра. И плюс у меня там еще сами бутылки есть. Я сейчас там их смешаю и заберу большую часть предметов оттуда. Из фуникулера я имею в виду. Мне на второй уровень этого лифта. Двери тут на меня гремят, понимаешь? Погоди, сначала изнутри. Так, возьми вот эту фигню. Помню, что тут как раз три. Теперь 7. Плюс гранатомет. Плюс гранаты. И у меня даже еще место остается. На замбаку так и пофиг на все. И тут мы ничего не оставили, я так понимаю, да? А. Я ленту оставил. А ленту надо взять, потому что сохраняться надо чаще. Тупо чаще. Причем я сейчас... Предметы, которые у меня сейчас с собой взяты, там гранатомет и прочее, я выкину на в той же комнате, где точка сохранения, но снизу лифта. Надеюсь, так-то можно будет сделать. А то как-то неправильно будет. Я сейчас сохранюсь, и у меня будет битва с очень опасным слизняком. Он, честно говоря, вообще долбанутый. И на него нужно... В прошлый раз, когда я с ним сражался, нужно было 4 коктейля. Ну, то есть в невышедшем эпизоде. Правда, тогда я это уже делал за Билли. Мы вернули его в свою команду.
сейчас я хочу сразу с первого посещения. Потому что тогда мне чудом удалось мимо него проскочить. Два раза. Но он слишком неадекватный. От него практически невозможно убежать, он сразу резкий. Как сами знаете, какая субстанция. Спускайся быстрее. Так, нет, поближе к двери, наверное, стоит. Может, тут место есть. Где все прекрасно видно, я бы сказал. Ты, блин, издеваешься, да? А если я вот так сделаю? Блин, так. Так, я понимаю, что мне, скорее всего, сейчас придется потратить какое-то лекарство. Так, я, наверное, вот это возьму. Канистра пускай стоит. У меня там впереди будут бутылочки еще. Их мы пока что не будем брать. Ой, я имею в виду канистру к ним пока что не будем брать. Потом на обратном пути уже вдвоем сюда вернемся. Все забрал вроде бы, да? Да, ничего не оставил. Получается, на одну комнату где-то 10 предметов может лежать, да? Получается, где-то да. Я все жду, когда у меня покажется список сохранений. Так, ну вот, грубо говоря, на том моменте, на котором мы закончили прошлую серию. Ну, разве что я побольше тут побегал туда-сюда. И сходил еще вниз вот сюда вот. Главное, чтобы мне этого спрея хватило. Ну что, блин, ты делаешь? Вот как с этой хренотой, блин, сражаться, тупой. Такая редкостная погонь просто вместо врага. Коктейль Молотова придумали, грубо говоря, специально под этого врага. Потому что на других он практически бесполезен. И тем не менее, хрен ты этим долбанным коктейлем Молотова сможешь нормально этого врага пристрелить.
Я сделаю вот здесь на всякий случай, кстати говоря, быстрое сохранение. Я не знаю, работают они или нет, но они-то, мне кажется, уже должны, потому что они уже сохраняются на файл. Ну вот почему он меня бьет и сразу хватает? Тупорылая хрень. И даже уклониться не дает, сволочь. Просто жесть какая-то. Потому что я не думаю, что это нормально, что врага, чтобы убить правильным способом, должно уходить столько здоровья. Потому что по-хорошему должна быть... Да хватит ты, блин, эти бутылки, вот эту бутылку. Ну, наконец-то, блин, дали мне бутылку взять. Эту фигню, кстати, надо выкинуть. В общем, я не считаю, что это нормально, что правильным, задуманным способом убить врага можно только получив от него кучу урона. Нет, может быть. В какой-то реальности оно так и должно быть. Но... Я не понимаю, короче. Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Так, теперь мы снова вдвоем. Сюда мы не пойдем, потому что здесь закрытая дверь. Так, что у тебя? Я, ну да. Даже в пустом помещении надо обязательно ждать, пока напарник подойдет, чтобы обменяться. Сейчас возьмем дробь. Так, ты стой здесь. А ты стой здесь. Точнее, иди сюда.
тупые ящики. Так, вылезай. Вылезай, пожалуйста. По-моему, так надо повернуть сначала. Да. А, да. Я думаю, что мне камеру набили, не возвращают. И, кстати, погодите. Все, да? Хорошо. Вы уж простите, что я немножечко вот такие моменты перематываю. Но я просто... Так, сюда я не пройду еще. Давай быстрее крутись. И вот это. Давай быстрее. Давай. Кусь и все. Сейчас надо ящик додвинуть. Сейчас у меня это вышло несколько быстрее, чем я в первый раз, когда это делал. Потому что там я несколько ненужных движений делал. Но все равно. Это достаточно затянутое мероприятие. Вот так. Нет, давай ты возьмешь этот вентиль, потому что тебе его крутить. Текс. Идем обратно к благам цивилизации. Это что такое? Откуда, блин, это тело тут взялось вообще? Что за черт? Когда я в прошлый раз тут играл, их не было. Потому что я сколько тут ходил, пока я все предметы перетаскивал по несколько раз, этих хренов тут не было. Погоди, мы куда попадем? Ага. I'll check it out. Roger.
просто открыли дверь. Так, давай я сюда пойду. Ты в эту хрень прицелься. Ну что это за... Как же начинают тут подбешивать всякие моменты, особенно когда их по несколько раз одно и то же приходится перепроходить. Я помню, что ты здесь, скотина. Сдохни, тварь. Но все равно надо уже лечиться. Мне вот эту фигню, пожалуйста. Где я, кстати, оставил вообще бутылки? А, я их Билли отдал, по-моему, да? Знаете, я сейчас часть предметов сопру отсюда. Хотя нет, я сейчас только бутылки сделаю. Ну да, канистра у меня здесь. А, и магнум, точно, магнум надо взять обязательно. Потому что там будет один момент, где очень больно. Как раз таки в следующем помещении. После того, вот где я сейчас за Ребекку сражался. Так, это все потом заберем. Так, вот делаем так и вот так. В прошлый раз я сильно обоими персонажами пострадал от этих охотников, которые вот за этой дверью стоят. Сейчас я к ним готов, надеюсь, я сумею быстро их.
Готово. Ну да, если не знать, что они здесь, то пока там подготовишь другое оружие, особенно после того, как двустволка и вообще никакого урона не делает в плане. Ну, в плане она их не отталкивает никак. Ага, здорово. Да вот после этого уже как-то совсем не хочется тратить на них другое оружие, пытаться. Вот их надо сразу. И в лоб. Так, берем себе химикат. Назад перемотал немножко. Это слишком быстро третью страницу промотал. Так, это верни на базу. Как эту взять? Он на углу лежит, его с угла должно быть можно взять. Или вот с этой стороны. Почему вот с этой стороны его нельзя было взять? Так, впереди что? Иди лестница. Так, здесь наложили кучу всякого. Идем за остальным снаряжением. Меня сейчас еще босс ждет впереди. И на этого босса, несмотря на то, что можно пойти вдвоем, я бы предпочел сходить в одиночку. Потому что... Ну, там просто тупо очень много здоровья терять вдвоем. Я не могу нормально контролировать двух персонажей сразу. Так, бери гранатомет. И гранаты. Кстати, эти гранаты я тебе отдам.
Потому что вот что-что, а вот эти гранаты я тратить на босса не хочу. Тем более, что после босса достаточно скоро будет еще одна пачка этих гранат. Это все из того участка прохождения, который я помню, потому что вот я его, блин, только сегодня проходил. Так, бери эту штучку. А. Возьмешь? Молодец. Отлично, еще даже одно место осталось. Что за фигня? А, это же финальный бой. Ну вот, кстати, и путь уже к финальному бою. Вот где... Вот это последнее сохранение в игре, так что уже очень... B9, блин, вы чё? Охренели? Так что да, уже очень скоро у нас конец игры, в следующей серии. Тут я предметов вроде бы не оставил. Сейчас я что-то еще оставлю в соседней комнате сохранения локации. Так, нам сюда. Я сейчас, наверное, возьму огненные гранаты еще. Хотя, стоп, давайте вот в этой локации и выкинем всякие предметы. По-моему, она уже безопасная, ну, вряд ли в ней кто-то еще заселится. И в ней вот здесь вот все, блин, хорошо видно. Это выкинуть. Собственно, вообще ничего выкидывать, походу, да? Это пока что выкинуть. Это тоже выкинуть. Погоди, насчет патронов я погорячился. Надо зарядить магнум до полного. Потому что... А Ребекке он пригодится. И, собственно, гранат я именно ей передал. Все по той же причине, потому что именно у нее скоро будет встреча с тем, что предвещает нам беду. На самом деле, это я бред сказал. В общем, опять будет небольшая развилочка, когда нам надо разделиться. У тебя места нет, да? Так, тогда ты сейчас возьми огненные гранаты, потом ты заберешь их. Точнее, ты отдашь их Билли. Вот из-за чего я не люблю эту систему с выкидыванием, еще иногда хрен поймешь, где лежит предмет, только по карте можно смотреть, где предмет валяется конкретно. Ну, на этом я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях. Всем пока.